трудоустроены составляет почти 100%. И многие успешные люди... Многие успешные люди, которые трудятся сегодня не только в нашей стране, но далеко за ее пределами, являются выпускниками этого университета. И, конечно, очень важный фактор – это профессиональный, профессорско-преподавательский состав. Здесь он тоже замечательный. Это люди с высокой деловой репутацией, не только граждане нашей страны, но и граждане ряда ведущих зарубежных стран трудятся в этом университете. Образовательные программы тоже самые наилучшие. Я знаю, что университет постоянно совершенствуется и использует в своей работе самые лучшие, успешные международные образовательные стандарты. И самое главное, наверное, это условия, которые созданы для студентов, для того, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, обучаясь. Конечно, это начиная и от инфраструктуры, и заканчивая дружественной обстановкой. Это дружелюбные ваши наставники, которые на протяжении всего этого времени были рядом и всегда подсказывали. В этом, в стенах этого университета, я уверена, уважаемые выпускники, вы получили весь необходимый набор и академических знаний, компетенций, навыков, умений, ценностей, которые станут прочным фундаментом на протяжении всей вашей жизни. Я хотела бы отдельно поблагодарить профессорско-преподавательский состав университета за ту большую работу, которую вы делаете, за то качественное образование, за тех высокого уровня специалистов, которых вы выпускаете, которые очень востребованы и нужны как в нашей стране, так и в целом в регионе. Сегодня все быстро вокруг нас меняется, и мы, конечно же, должны все время успевать за этими тенденциями. Для этого нам нужно постоянно учиться, совершенствоваться, повышать свою квалификацию. И сегодня очень много слов будет сказано, напутственных, будут даны советы, и это правильно. Наверняка, когда вы школу заканчивали, на последнем звонке говорилось, что вы теперь вступаете вот в такую самостоятельную, взрослую жизнь. Но мне кажется, по-настоящему взрослая жизнь начинается сегодня, когда вы получите эти заветные дипломы, когда вы найдете работу, когда вы будете получать заработную плату, когда вы будете создавать семьи. И действительно, все вопросы придется решать самостоятельно. Но я думаю, что как бы не менялось вокруг нас, какие бы новые понятия не приходили бы, я хотела бы пожелать вам от себя, чтобы вы никогда не забывали о фундаментальных принципах и ценностях. Я хочу пожелать, чтобы вы всегда были справедливыми, честными, порядочными, чтобы вы берегли свою репутацию, чтобы вы всегда бережно и по-доброму относились к окружающей среде, к окружающим вас людям, к вашим близким, родственникам, друзьям. Потому что это именно все то, что дает нам энергию и силу, которая нам нужна для того, чтобы жить, творить и созидать. В добрый путь, уважаемые выпускники!